Друзья, всем привет! Опять я выбрался на очередную рыбалочку. Попробуем сегодня половить хищника. Ну а что с этого получится, вы увидите. Водичка похолодала. Температура воздуха упала. Надеюсь, что клев хоть какой-то, но будет. Сегодня понедельник, 14 сентября 2020 года. Специально выбрался на рыбалку, так как рабочий день, чтобы поменьше было рыбаков на воде, меньше пугали рыбу. Ну а там посмотрим. Будем пробовать силикон, вертушки, воблеры, резину. Все, что на что будет клевать рыба. Поехали. Пробую рыбачить здесь. Бросал крупный воблер, потом рудру поставил. Бросал крупный силикон, потом перешел на мелкий силикон. Тишина. Сейчас попробую поставить железо. Может, проклюнется на блесну. Малек временами из воды выпрыгивает, то есть рыбка присутствует. Просто надо будет подобрать и приманочку. Сейчас поставлю блесенку от Кусама. Вот. Профессора. И он пойдет на лекции. Наш профессор. А там посмотрим. Это, наверное, та уточка, которую в прошлый раз кормил. Вот, прям к лодке подплывает. Вообще не боится. Рядом с лодкой. Да. О, так ты ручная. И уточек покормим. Вообще, вот. Возле лодки. Обалдеть. Ну как старается. Она теперь с другой стороны подплыла ко мне. Но я бросил хлеба, жалко. Прям к лодке подплывает, чуть ли не до весла касается. Все, Утя, плыви. Плыви, гуляй. Давай. Ля, она опять ко мне. Рыбка на силикон. Ну, я думаю, это мелкая. Да. О, и сошла. Ну, ладно. Уже приятно, поклевки есть. Продолжаем. Пока я рыбачу, тут приплыли две лодки. Та, что справа, это рыбачки, так понял. Та, что слева, это снимает этих рыбачков. Делает какой-то видеоролик. Это магазин Fishing Roy или Серебряный ручей. Я так понял, они снимают видео. Еще ни одной рыбки не вытащили. Уже 3 часа дня. Проплавал весь день. Опять заплыл свои вот лилии любимые.
поставил Хэддон, любимый воблер, вот он, чтобы было видно, вот он в такой вот расцветке. И с третьего заброса поймал, вот где-то камыш стоит, прямо из-за него бросил и поймал щучку. Лодка вся мокрая, она боевая такая вся, я не знаю. Сейчас я вам ее покажу. Нормальная щучка. Это за целый день. Я считаю, это хорошо. Еще вот такие штучки 3-4. Вот она. О, красавица. Я не знаю, тут килограмма 2-3. Хорошая. Я сначала не понял, бросил воблер, подматываю, и все, и тяжесть какая-то, и пошло вниз, то есть на дно потащило. Ни свеча, ни просто на дно. Я сначала подумал сом, начал подматывать, а это щучка. Ну еще покидаю чуть-чуть. Посмотрим. Все, одну щучку поймал и тихо. Плаваю по камышам, лилии, обкидал все уже лилии, не хочет, молчит, меняю пока приманки, но опять вернулся к своему Хэддону, он никогда не подводит. Хороший воблер, заглубление у него, по-моему, до полуметра, и можно и твичить, и равномерка. Хороший рабочий воблер. У меня на канале где-то есть обзор на него, поэтому рекомендую, если у кого-то нет, приобрести. Он недорогой. Вот он, но хороший. Сейчас попробуем еще вот здесь, вот это, за кутки. Может, здесь что-то получится. Ветер сносит. Груз ставить не хочу, потому что постоянно перемещаюсь. Все. Но щучка хорошая. Было 3 еще мелких, но таких. По 20 сантиметров это не щука. Все, друзья, всем, кто смотрел, большое спасибо. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, если кто-то не подписан. Рад всегда новым друзьям. Ни хвоста, ни чешуи. До новых встреч. Всем пока.